Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая карта FNAF 3, которую я видел только сегодня утром, ее сделали, свежачок. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», FNAF 3 кооп. Ну что, пацаны, это будет очень жестко, потому что я буду использовать только последний новый пак, который мы скачали недавно. А он мочит сразу трех, могу показать. Вот так вот. У вас даже у всех анимация была одинаковая. Так что... это было очень классно. Короче, что мы делаем? Какие правила? Я могу убрать с этого пака. Я не могу их атаковать в этом режиме. Я могу атаковать только когда переключусь. А это есть анимация. Они за это время могут убегать. И теперь я очень злой. Да, я могу даже бегать. Так, а это анимация у нас. Так, а это я каким стою? Рахитом становлюсь. Смотри, как я бегаю медленно. Такой звук прикольный. Так, пацаны, давайте покажем, что у нас тут внутри. Пацаны здесь обустраивались, поставили себе РТ-камеры. А ну-ка попереключай, покажи, что у тебя здесь. А, даже кнопки сделал, нифига себе. Ну, смотрите, прям красавчик. Так. Короче, здесь на карте есть шкафы. Если в него зайти и закрыться, я убивать не могу. Сейчас я вам быстренько покажу карту. Даже скачали мод на двери, теперь можно двери ставить любые. Открывать, открывать, закрывать, говорю. Так, подождите. Что-то не... кнопка заедает. Не? А ну, откройте, пожалуйста, пацаны, дверь. А, они у вас медленные. Понял. Так, ну что, будем тогда начинать. Сейчас я, конечно, очень быстро бегу. Возле меня не ходи, я буду сразу убивать. Сиди у себя в будке там. Так, что-то я ходить не могу, я застрял в нем. Так, пацаны могут использовать оружие, не могут использовать только взрывоопасное. Говорю, не ходи, возле меня я очень злой. Так, этими аниматрониками я не могу убивать, я могу кидать только скримеры. Все, у него сейчас... он ничего не видит, какое-то время определенное. Я могу издеваться над ним. Еще раз даже кинуть. И он не знает, куда бежит. Заблудился немножечко. Только у этого есть другой режим? Нету. Так, пацаны, вы тут своего забыли, он не может зайти теперь. Хорошо, хорошо. А что ты оружие? Мочи меня, у меня 10 тысяч жизней. Я же не могу тебя убить, а ты можешь меня мочить. Я буду немножко шкериться. Блин, классно, что когда нажимаю Shift, он летает. И очень быстро летает. Куда они стреляют, непонятно. Круто. О, давайте, если будете меня замораживать, я не могу двигаться. Прикольно, кстати. Во, все, я не могу двигаться. Вместе с этим челиком. А, заморозили, заморозили. Так, беги, беги, беги. Сваливаем, сваливаем. Так. Ах ты жопа, увидел меня. Ха-ха-ха, сам себя убил. Неплохо я их мочу. Так, вон еще один челик. Давайте покажу, как появляется Фредди. Бонни, Бонни. Он вылазит прям с этой штуки. Так, я другой режим беру. Я маску скинул. О, я могу проваливаться. Все, они меня не видят. Так, 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 а где же я? Чик. Ой, что-то я наполовину появился только. Чик. Ушел. Так, бегает, бегает, ищет меня. Блин, так еще ни разу не играли. В этом прикольно. Какой-то мод такой интересный очень. Чик. Ушел. Чик. Появился. Скример тебе кидаю. А я могу лечь? Не могу тихонько ходить. Классно, кинул скример и убежал. Он даже не знает, где я. Эй, а почему у меня жизнь не тратится? Я же еще не появился. Расшатывайся, расшатывайся, быстрей. Бум. Ты на кого батон крышишь? Я вылажу. Опа, я здесь. Плохо не могу. О, я прав... о, офигеть. Так, за ним, за ним, за ним идем. Так, 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 так. Классно, я под землей могу за ними наблюдать. Давайте полетим в их офис. Так, где их будка, я помню. Нет, не здесь. Я могу вообще по всей карте перемещаться. Сквозь пространство и время. Так, сидят, сидят в будке. Опа, а тут я появляюсь. Ой, по пояс. Запара небольшая. Вот так вот. Чпонькс. И через двери вам скример кидаю. Ничего не видите в это время. Эй, ты чё стреляешь? У всех аниматроников... ого, я горю! Нифига себе! Я и тебя подожгу сейчас!
Классно запрятался. Так, а где я? Ищет, ищет, ищет меня. А меня нету. Шпонькс, а я тут. Побежали, побежали. Так, черт возьми, где он? Он же здесь был. Я могу скример кирать через полы даже. Ну нафиг, отвали. Не, жизни, кстати, не тратится, когда я под полом. Круто. Так, надо какого-то маленького взять. О, металлический робот. Вставай, мужик, тебя мочат. Да ладно, я не могу ничего сделать. Да хватит замораживать. Алло, мужики, мочат. Так, давай, растаивай, растаивай. Заморозили моего терминатора. Оживай, оживай. О, он оживает. Так, ты чё на кого батон крышишь? Я не могу даже двинуться. Он мочит. Вот это убийца идет. Ну что, пацаны? Странный звук он издает. Подождите, а есть другой режим? Эй, ты чё делаешь? Так, сидим, пацаны. Давайте сделаем от первого лица. Ты чё, меня увидел в шкафу? А жизни не тратятся-то. Тратятся. Не ходи здесь. Так, я вышел погулять. Ты чё морозишь? А чё со мной? А чё со мной? Я замер, пацаны. Ха-ха-ха! Чё такое? Ты чего? Двоих сразу. Я не могу лазить, вот в чём прикол. Не могу, и не знаю как. Так, пацаны идут, я слышу. А чё меня не мочите? Ого, бензопилой в жопу. Ты чё делаешь? Я даже не могу двинуться. Блин, они меня сверлят. Мочи их. Нифига себе, ты меня убил. Так, хорошо, давайте еще возьмем. Кого я не брал еще с пилпака третьего? Новые. О, Фокси. Фокси, Фокси, лежим. Фокси, вылазь. Шпонькс. Ах ты жлоб. Классно, я провалился сквозь землю. Опа, и нет у меня. Шпоньк. Шпоньк. Шпонькс. Беги, Фокси, беги. А! Я аж упал. Так, они меня палят. Шпоньк. Ты не зайдешь сюда. Так, заныкался. Никого. Шпоньк. На, сам. Ты сам себя убил. Давайте уже выйдет самый главный с FNAF 3. Вы что думали, самый умный? Выходит самый наглый из всех аниматроников. Так, я могу только в одном режиме их убивать. А, да дайте встать. Да что со мной? Я не могу, я застрял. Так. Тут камера чья-то упала. Блин, что-то мне плохо. Что-то меня трясет сильно, что со мной? Аниматроник, оживай. О, пошли. Отлично. Ты же знаешь, что... А, я не могу так убивать. Когда, пацаны, вы смотрите внимательно, когда начну перевоплощаться, лучше бегите, я буду всех мочить. Пока месть не могу, у меня жизни тратите. Отвали, отвали, я убегаю. Своего замочил. Так, челюсть выровнял. Досверлился. Я когда перевоплощаюсь, у меня жизни пополняются.
Да смотрите, я опять пришел. Я же уже теперь мощный самый. Теперь вы должны убегать, ребята. Не могу мочить тех, кто в шкафу. Тех, кто будет не в шкафу, буду мочить сразу. Так. Ищем всех. Вот это у меня бег быстрый. Я как они бегаю. Ты смотри. Так, давайте это... А! Заморозил! Да двигайся! А где он по мне стрелял-то кабакой? Не подходи ко мне. Я очень жесткий. А, еще раз заморозил. Это замораживающие гранаты. Надо валить. Уже не достают. Ого, шар! Бум! На, нормально жахнуло. Ай! Я этот терминатор, могу через дверь проходить. Все, ребята, теперь это моя пиццерия. А, нифига себе, у меня льда. Чик. Нормально, нормально, смотрим. Еще одна граната. А, блин, замораживает жесть меня как. Так, вали, вали, отвали от этого прохода. Они кидают гранаты. Я вижу, они ходят. Это моя пиццерия. Да как ты ее открыл? Это же моя. Закрывайся. Как он дверь открыл? Через стену, что ли? А, ну. Откуда там стреляешь? Я тебя не вижу. Так, так, так. Все, я захватил пиццерию. Аниматроники сегодня хитрые. Никого не пускают. Умный человек бы так не сделал. А, сверлит! Я не могу его убить, да что такое? А, вот так, да, значит? Блин, в каком-то голимом режиме. Перевоплощайся. Да блин, пацаны, вы меня как-то зажали. Когда они мне мочат, я не могу перевоплощаться. Блин, отвалите! Вы меня растерли в порошок, и просто ничего не мог сделать. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!